Ми повертаємось, просто із шаленими темпами змінюються гості у студії «Нового дня», і я рада представити нашу наступну гостю. Світлана Черниченко, завідувач відділу бібліотечного маркетингу та менеджменту Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Вітаю вас! Неспроста і ви сьогодні завітали до нашої студії, адже будемо говорити про буккросинг у дитячому містечку Казка. Буккросинг, до речі, не досить відоме слово серед миколаївців, не всі знають, що це таке. Хотілося б запитати у вас, що ж таке буккросинг? Добрый день, дорогие телезрители. Буккроссинг – это переводится как книговорот. И это достаточно сейчас уникальное и прогрессивное движение в мире, которое предполагает, что человек, который прочитал свою книгу, оставляет ее в каком-то общественном месте для того, чтобы эту книгу взял другой человек, прочитал и оставил уже для следующего. Цель буккроссинга, конечно, это поделиться знаниями и превратить весь мир в эту глобальную библиотеку. А для нас, библиотекарей, как мы библиотекари, для нас это достаточно важно. Буккроссинг уже с 2001 года популярен во всем мире. Более 90 государств присоединились к этому, особенно это популярно в Испании, в США. На Украине также есть, организовываются такие свободные полки, на которых можно поменять книги. Но еще это движение на Украине недостаточно развито. А насколько оно развито и популярно у нас в городе? У нас в городе есть места, где организованы такие свободные полки, они организованы и в библиотеках города, в городских библиотеках, есть в научно-педагогической библиотеке, и в школьных библиотеках сейчас вот проходит проект «Бук Скул Кроссинг» с апреля по май. И были и в кафе организовывались такие буккроссинги. Сейчас в детском городке «Сказка» есть стационарное помещение, где возможно поменять книги, и поэтому не зря мы в рамках Николаевской книги выставки, 14-й выставки николаевских издательств, проводим такое мероприятие, как «Буккроссинг Фест». И это мероприятие будет проходить 23 апреля с 12 до 14 в детском городке «Сказка». Я хочу пригласить всех николаевцев на это мероприятие. В городке будут организованы книгообменники, в которых каждый николаевец может выбрать себе книгу и также оставить понравившуюся книгу для другого человека, который бы обменялся этими книгами. Я смотрю, на книге есть небольшой ярлычок. Да, это классический буккроссинг, где на книге должен быть ярлычок, что эта книга не утеряна, и подробности можно смотреть в середине, что буккроссинг классический проходит, книгу нужно зарегистрировать на сайте буккроссинг, или на всемирном сайте buccrossing.com, или на украинских сайтах buccrossing.net.ua, и присвоить книге номер, и отпустить книгу в путь. То есть или отдать знакомому, или оставить на улице, или оставить на свободной полке, где можно этой книгой обменяться. А вот мне интересно, для обмена книга должна как-то соответствовать? Вот ты взял книгу, положить ты должен такой же, или ту, которая просто тебе нравится, которой ты хочешь поделиться с миром? Да, ты, как говорится, любишь — отпусти. Вот для того, чтобы эта книга у тебя там не находилась на полке, и ты хочешь поделиться знаниями с кем-то, то это не важно, какой ты книгой. Ты можешь свою любимую книгу отдать человеку для того, чтобы он почерпнул какие-то знания, эмоции в этой книге, и ты от этого получаешь удовольствие. Вы сказали, что в библиотеках тоже есть такие свободные полки. Насколько николаевцы отзывчивы к буккроссингу? Оставляют ли свои книги, и если кто-то забирает книгу, проходит ли она этот круг?
Дело в том, что у нас не классический такой букросинг, мы не регистрируем эти книги, то есть это свободные. То есть букросинг может быть разный. Здесь можно и просто положить книгу и не отслеживать, не регистрировать. Поэтому мы видим, что есть обмен этими книгами, но так уж досконально мы не изучаем это. Но я бы хотела, можно, да, вернуться, да, к тому, чтобы 23-го в детском городке «Сказка» будет проходить букросинг, я уже сказала, будут организованы книгообменники. Но у нас название также «Букросинг-фест», да, хотелось бы узнать про эту часть. Да. И, естественно, конечно, для горожан будет программа, и достаточно интересная программа, где вы знаете, что 23 апреля – это день книги и авторского права. И этот день посвящен, был так определен в связи в день памяти Сервантеса, Шекспира. И в Украине год Франка проходит указом президента. И поэтому будут площадки организованы, посвященные Сервантесу, Шекспиру, Франку. Будут звучать украинские песни, будет выступать наш клуб исторической реконструкции «Грифон», будет также организована «Аква-грим», и также будет писательская скамейка, где будет встреча с авторами нашими николаевцами. Будет очень много всего интересного, поэтому я приглашаю всех николаевцев 23 апреля в 12 часов в городок «Сказка». Спасибо вам большое, что сегодня пришли, проанонсировали такое интересное событие действительно для нашего города. Я надеюсь, что букросинг станет действительно уже войдет в жизнь николаевцев. Мы надеемся. И еще раз благодарю вас за то, что сегодня зашли к нам в студию.